«Кручу-верчу, снять стресс хочу». Новомодная игрушка «Спиннер» может представлять опасность, утверждают психологи. Предназначенный для снятия стресса фиджет – не более чем очередной маркетинговый ход на рынке. Анисия Белова расскажет подробнее. Спиннеры крутятся, а ролики мутятся. Подросток Маша приобрела для себя сразу 3 спиннера, как только он стал популярным. Рассказывает, что он действительно помогает ей отвлечься от своих подростковых проблем. Девочка крутит спиннер, когда есть минутка сделать упражнение на моторику. Есть вот спиннерозависимые, которые прям зависают от этих спиннеров, могут часами крутить. Я не такая. Ну, покручу минуту и сразу отложу. Фиджет-спиннер или игрушка-вертушка представляет собой трехлистный вращающийся предмет с металлическим подшипником в центре. На волне популярности казахстанские производители выпустили в продажу спиннер в форме трехлистника Экспо и орнамента Кошкар-Муиз. Чаще всего его пользу объясняют как антистресс. Изначально он и создавался именно для людей, страдающих аутизмом и с тревожно-фобическими расстройствами. Американские психотерапевты выдавали этот предмет своим пациентам, чтобы отвлечься на досуге. То есть это вообще потрясающая маркетинговая история, когда можно продать абсолютно ненужную вещь, да, но при этом все это в такую уложить упаковку, что это антистрессовая игрушка. То есть это все с очень большой натяжкой. Еще раз повторю. То есть, когда мы испытываем некое там напряжение, мы можем отвлечься куда менее простыми предметами. Для этого не нужно покупать подшипник в пластике. Как выяснилось, этот модный тренд в скором времени угаснет и займет свое место на полке. А миф о том, что спиннер снимает стресс, всего лишь маркетинговый ход для того, чтобы продать безделушку. Анисия Билова, Арман Бектубаев, Данил Заславский, 5-й канал.